Друзья, привет! Это я, Любомир Борода. Сейчас меня может задавить машина. Вот, собственно, всем привет! 5 декабря. У нас вот дождик, снег по бокам, а так все в лужицах, слякоть. Вот, у меня суета, потому что настала череда предновогодних, новогодних подарков. А так как я занимаюсь мужской косметикой, соответственно, мне хочется сделать это дело красиво, интересно, чтобы дамы могли купить подарки для своих молодых и не только мужиков. Последний почти год, наверное, чуть меньше года, я работал в магазине концептуальной одежды Freedom, где я занимал должность SMM-щика, социал-медиа-маркетолога. Вот, и, соответственно, из-за этого у меня практически не было времени для того, чтобы вести влог, снимать какие-то инструкции и прочие дела. Вот, потому что я больше планировал работу под этот магазин, под их социальные сети, вел Инстаграм, снимал для них ролики, что-то монтировал. Вот, и, соответственно, на себя практически подзабил. И вот с 1 декабря я снова свободен. Я расстался с этими ребятами по обоюдному согласию. И теперь у меня появилась возможность опять вкладывать в себя, продвигать свой бизнес, свою торговую марку. Вот, потому что как бы я ни пытался работать параллельно со своим делом еще с кем-то, кем-нибудь заниматься, я все время работу над своим брендом откладываю в сторону. Ну, потому что свое сам себя особо не потребуешь, хотя надо научить себя заставлять это делать. Ну, собственно, так. Вот. Сейчас много дел, бегу на почту, забираю фирменные коробки. В прошлом году у меня были LBMR-боксы, но я просто покупал коробочки, в которые оформлял подарки, подарочный набор и продавал. В этом году я заказал уже брендовые, брендированные коробки со своим логотипом, фанерные. Сейчас вот я их заберу, вот, и начну упаковывать. Плюс сегодня очень порадовался Zerhands. Они выпустили сразу линейку масел для бороды с различными эффектами, там и для роста, и кондиционеры. И это охрененно крутые дизайны. Я сейчас с утра вот только эту новость увидел. Я знал, что будет обновление, но не знал, какой продукт. Вот, а тут 5 масел различных, на любой вкус. Коробки охрененные. То есть это дарить просто бомба. Вот. Цены хорошие. Сейчас добегаю до офиса, кидаю эти коробки, вот, и быстро формирую заказ на продукцию Zerhands. Вот. Будет реально круто, будет интересно. Такие дела. Коробочки забрал. Такая вот херня у меня с собой большая. Сейчас приду в офис, распакую. Сразу хочу пофотографировать это дело, пособирать наборчики, примеры наборов пофоткать, выложить это дело на сайт. А еще по поводу косметики. Недавно стал работать с молодой компанией Rave the Brave. Вот, они делают тоже какие-то бальзамы, шампуни твердые для бороды, волос. И тоже масла. Вот. Связался с ними, тоже решил поработать, потому что масла у них бюджетные. Там по 170 гривен за бутылочку. Для людей, которые хотят только ознакомиться с продуктом, что такое масло, самый отличный вариант, мне кажется. И мне понравились у них твердые шампуни.
Это похоже на мыло. Это хороший такой брусочек, который вот я как-то раз уже брал с собой в дорогу. Можно и носки постирать, и бороду помыть, и вспенить пену для бритья, и голову, и нет никакого раздражения, сухости. Ну, как бы кайфовая штука. Влог у меня сегодня получается какой-то рекламный, но я рассказываю именно о том, о чем, чем сейчас забита голова. Всеми этими подарочками, всякими штуками. Кстати, чай. Чай есть, тоже буду оформлять подарки. Вот. Такие у меня новости по паракорду. А сейчас занимаюсь реализацией Guardian паракорда, и люди уже стали приходить. Многие стали спрашивать о фастексе и фурнитуру. Возможно, со следующего года я завезу и эти дела, потому что спрос есть, люди хотят. А раз люди хотят, значит, это должно быть. Сегодня пришла новость, то что в YouTube мне стали доступны сюжеты. Вот, оказывается, запущены были полмесяца назад такая штука, сюжеты. Это те же самые сторис, как сторис Instagram. Я смотрю вот эти сторис, формат очень популярный, да, он есть и в Instagram, и в Facebook, и ВКонтакте. Вот, а теперь еще и в YouTube. И, возможно, как бы для YouTube даже очень неплохо он может выстрелить, потому что, ну, ютуберам, влогерам очень круто же общаться со своей аудиторией. Вот, всегда хочется что-то сказать, но не всегда есть возможность отснять материал и запилить его, да. Хочется иногда передать небольшой посыл, как ту же самую фоточку или маленький видосик. И это, возможно, будет неплохо заходить в данные сюжеты. А быть может, я тоже попробую делать такие штуки. А что касается Фридома, я перестал работать по социальным сетям, но не перестал арендовать у них помещение, и поэтому пока я мой магазинчик, и я также нахожусь по этому адресу, это Лягина 8, город Николаев, мастерская моя пока находится там, вот, и все хорошо. Что будет после Нового года, посмотрим, пока без изменений. Откройте. Привет. Привет, Саша. Доброе утро. Фридома. Сейчас начнем все это дело распаковывать и показывать. Вот они, мои коробочки. Крутые. С логотипом здесь. Сейчас открою, покажу. В общем, вот такие коробочки приехали. Здесь такая еще есть отверстие под петелечку. Я сюда вставлю что-нибудь из паракорда, наверное. А может быть, из вот такой вот веревки джутовой. Посмотрим сейчас. Ну, штука крутая. Такой реально будет получить круто в подарок. Сюда будут упаковываться наборы. Вот. Плюс я заказал стружку. Завтра мне приедет. Даже сегодня вечером, наверное. Будет красиво тут все прокладываться, стружечка, все эти наборчики. Тут петелечка красивенькая, все это будет упаковано еще в дополнительную упаковку. Вот это можно будет приобрести и подарить своему другу на Новый год. Зачем делал такие коробки? Для того, чтобы можно было использовать потом как шкатулку после... Короче, чтобы она была функциональна, чтобы после того, как получили подарок, упаковка не выбрасывалась, а еще служила какое-то время. Фотографировать для сторис Инстаграма. Как анонс. А вот подъехал этот твердый шампунь, как раз, о котором я вам говорил. Выглядит это вот так. Такие брусочки. Симпатичные. Это очень тоже круто на подарок и в личное пользование. Вот,
буду в коробочки укладывать. Масла тут приехали еще. Так и работаем. Время, блин, около 12 часов дня. Вот. Уже куча дел сделано. Сейчас отправить пару посылок клиентам, которые сейчас быстренько упаковал, потому что продавать же тоже надо, пока я занимаюсь всеми этими подарками. Вот, и домой. У меня же есть еще собачка. Я в одном из роликов про нее говорил, но говорил вообще мало. Вот, зовут Джерри. Квакер спаниель, черненький. 5 месяцев ему. Хулиганистый, прикольный. Он так мне нравится. Будет меня в 6:00 утра. Вот, и около 6 я уже иду с ним гулять. Нет, не моя собачка, это чужая сейчас была. Моя дома сидит. А вы сами-то как вообще, готовитесь к Новому году или так себе? Если готовитесь, на елочку дома ставите, наверное, наряжаете. Вот. У меня всегда вопрос такой, а какая елка лучше? Я, например, когда родилась дочка, 9 лет назад уже, вот, мы с женой купили искусственную елку хорошую. Такая она прям пышная, красивая. Вот, до сих пор ее собираем каждый год. Она небольшая, кайфовенькая. Вот, природе невредим. Ну и, собственно, Новый год все-таки больше, наверное, детский праздник. Ну и такой семейный, да, если смотреть в славянской традиции, то это щедрый вечер, щедрец, когда мы все собираемся за семейным столом, кушаем, говорим друг другу хорошие слова. Ну и, собственно, мертвое дерево тут вообще ни при чем. Зачем, собственно, маленькие, хорошенькие, живые рубить ради того, чтобы просто понавешать шариков и выкинуть через 2 недели? Лучше все-таки искусственную. А вы как считаете, может, я не прав? Ну и пока стоим на светофоре, давайте поговорим немножко о музыке. Из последнего, что мне больше всего понравилось, это новый альбом Soulfly, хотя многие говорят, что он никакой. Для меня наоборот, какой. И мне даже вспомнилась старая Sepultura. Вот, очень такой зачетный, качественный, хороший альбомчик, который я погонял так во время тренировочек достаточно количество времени, несколько так раз. Вот, пару недель, наверное, в плеере ходил с ним. И второе, что меня тоже порадовало, это новый альбом Prodigy. Prodigy тоже, который многие хают, говорят, то, что там ничего нового интересного нет. А для меня вообще все треки убойные, вообще такие прям охрененные, и меня очень радует. Я вот Prodigy как раз, наверное, уже, вот как он вышел, каждый день я его и слушаю. Купил собачке поводок вот такой. Сейчас просто у карточки Монобанка есть кэшбэк. И я поставил товары для животных 20%. Вот мне 20% с каждой покупки товаров для животных будет возвращаться. Я решил эту штуку как бы опробовать и, соответственно, купить вот такую херь. Вот мой друг Джерри, о котором я вам рассказывал. Он соскучился. Соскучился, пока меня не было. А теперь вот так вот радостно меня встречает. Он любит кусать меня за бороду. Да, Джерри? Да, Джерри? Передавай привет подписчикам. Ну?